Добрый день, друзья! Каждому по приветику из прекрасного Петербурга. Покажу вам быстро двор. Посмотрите, какой аккуратный. Октябрь месяц. У нас уже осень. Дождик моросит. Учительская 19. Но меня заинтересовал вот этот дом. Пятиэтажка, видимо, отреставрированная. И все-все балконы одного стиля. Ой, ребят, посмотрите. Рыженькие балконы. У нас быстро-быстро осень вступила в свои права. Листья опадают. Все желтеет, краснеет. Вот рядом дом. Тоже фасад аккуратный. Улица Учительская. Я думаю, этот дом тоже улица Учительская. Мне вот интересно, с той стороны он тоже такой же отреставрированный. Все аккуратненько, красиво. Такие дворы приятные. Здесь дома чуть поновее, а уже установка другая. Зелени много, фасады аккуратные. Какие-то тут даже кустики. Дорожки. Классно. Недалеко здесь метро Гражданский проспект. Поближе подошла. И балконы на две комнаты. Видите, окна на две комнаты. На первых этажах решетки сделали. Как у вас, друзья, там дела? У нас пока идет все своим чередом. Сейчас 22 числа, как и во всех регионах, в Петербурге работает комиссия по мобилизации. Пока что среди наших знакомых из Петербурга Учительская 17. Такой фасад аккуратный. Не слышала, чтоб кого-то пригласили, кого-то мобилизовали. Пока не слышно. Из других регионов, знаю, забирают. Приглашают. И ребята идут. Ой, а здесь другие балконы, посмотрите. Как аккуратно этот дом сделан. Что новый? Учительская 17, корпус 2. Надо обратить внимание. Сколько? Я думала, старый фасад, и его реставрировали. Мне так казалось. Но я вижу, что, наверное, нет. Может быть, это не старый дом. Информация. Что тут у нас пишет? Парадная номер 1. Вот это слово парадная. Парадная номер 1. Здесь разные объявления. Ваш дом подключен. Интернет. Ну да. Какие-то еще мешки с мусором. Интересный дом. Надо будет посмотреть. Напротив детская площадка. Там что-то происходит громко. Что-то громко происходит. Дворники работают. А, этот дворник работает. Вот он листики разгоняет. Видите, листики разгоняет. Уборка идет. Вообще дом приятный. Надо посмотреть, сколько стоит квартира в этом доме. Окна большие. С той стороны рыженький, а с этой стороны серенький. Вот лоджия. Застеклили, видимо, сами. Смотрю, что здесь строительный мусор или что. Парадная открыта, вот там можете зайти посмотреть, что внутри. Напротив парк. Вижу, там площадка такая классная, большая. Хороший райончик, дом. Ну, да, открыта парадная. Аккуратненько все так. Что тут у нас пишут? Информация парадная номер 4.
В рамках программы по ремонту лестничных клеток проводит косметический ремонт парадных. А, ребят, все-таки это косметический ремонт сделан. Красиво. Вот это классно. Ой, краской пахнет все. Видимо, жители открыли. Стены сделали. А, точно, я у Стаса видела. У Стаса. Он ведет тоже канал о Петербурге. Стас, привет. Вот, смотри, видишь, ремонт сделали в парадной здесь. Однотонное все, светленькое. Полы еще до конца не помыты. Наверное, еще красить будут перила. Так все однотонно, светленько, аккуратненько. Хорошо, молодцы. Я думаю, ну как классно. Еще подумала, что новый дом. Это, оказывается, ремонт сделали. Хорошо сделали. Ремонт красиво. Аккуратненько. Вот мне нравится еще там площадка. Сейчас я посмотрю. Дом, кажется, что новый. Хотя, скорее всего, что не новый. Вот площадка, можно погулять. Хотя у нас дождик моросит. С собачками тут гуляют. Сейчас пройдем немножко. Ребят, держитесь. Как-то нужно нам. Понятно, что время сейчас. Ой, тут пруд. Сейчас подойдем быстренько. Надо же, я думала на 5 секунд выбегу и как всегда. И пошла вам показывать. А что, если красиво? Вот, будете иметь в виду. Ой, как хорошо. Сад. Здесь детская площадка. Уточки там, наверное, плавают. Это озеро здесь. Да? Гуляют. Чайки здесь все. И утки, и чайки. Так, с виду посмотришь, все идет своим чередом в городе. Рабочих мест меньше не стало, только больше. Наверное, потому что многие выезжают. Ой, сколько уток здесь. И уток, и чай. Смотрите, они там идут. Ой. Вас тут кормят, да? Это пруд, ребят. Надо же, куда мы с вами зашли. А летом тут хорошо, наверное. Как много уток. Как вас тут много. Вы тут поселились, да? Ой, как вас много, уточки. Что, вы все улетите на зиму? Теплые края. Ой, как вас много. Чайки спорят друг с другом. Нет, и с воронами, и с утками тут. Полный набор, ребят. Разноцветные. Ой, как вас много. А там дальше стоят. Тоже много. И знак стоит. Купаться запрещено. Купание запрещено. Я не знала, что здесь пруд. Он между домами притаился. Приютился, пристроился. Между домами. Ой, как они тут все гуляют. А, вас, наверное, тут прикормили. Вон бабушка шла. Идет, накормила их. Так со стороны посмотришь. Город живет свою жизнью. Работа. Работы меньше не становится. Вакансии пока есть. Пока все открыто. Это корабль. Я имею в виду, нет никаких ограничений посещения торговых центров или там, музеев, выставок, кинотеатров. Нет ограничений. Корабль какой интересный. Вот эти деревья красивые, мне нравятся. Они по всему городу. Оформлены так. Вот вам октябрь. Октябрь.
Ну и все, пока видите, листики желтеют. Трава зеленая, красиво. Единственное, что уже прохладнее становится. Уже многие надели шапочки. Видите, какая дорожка приятная. Многие надели шапочки, утеплились, шарфики. Стало больше дождливых дней. Это осень в Петербурге, больше дождливых дней. Летом не так много. Все, нужно утепляться. Лучше одеться теплее, чем замерзнуть. Трава еще зеленая-зеленая. Посмотрим, как у нас осень пройдет. Такие желтые листья. Площадка спортивная. Теннис можно настольный поиграть. Футбол. Пациенты в магазинах. Надо зайти отдельно с вами, посмотрим, что у нас в октябре, какие цены на овощи, на фрукты, на мясо, на крупы. Зайдем, посмотрим. Вот интересно, они разгоняют эти листья, к чему? Куда они их гонят? Какую-то кучку или что? Или просто? Ну, если бы только... А, с дорожек сгоняют. А, в кучке, да, вот кучки есть. А, красный лист. Кстати, у нас очень много сейчас появилось рев. Уже с красными, вот бордовыми листьями. В кучке сгоняют, освобождают дорожки от листьев. Вот эти кучки видны. Вот они. Я все-таки думаю, что у нас еще будут солнечные дни. Когда будет тепло и приятно гулять среди этих желтых, красных, зеленых листьев. Все, ребят, спасибо за комментарии, спасибо за лайки. Доставка работает. Говорим о Петербурге, о жизни в Петербурге. Подписывайтесь, заходите в плейлист «Адаптация, климат, переезд». Аренда не поднялась, нет. Недвижимость также пока. Будем следить за этим, за всем. Сейчас многие уезжают, я думаю, аренду и не поднимут. Может быть, даже наоборот. Ну, как многие уезжают? Из наших знакомых никто не уехал. Это так, я смотрю новости какие-то, блогеров смотрю. Кто-то на отдых уезжает, кто-то просто пытается уехать, кто-то домой возвращается. Все по-разному. Кустики красные. Все, ребят, пойдем посмотрим. Учительская. 17. Вот дом постарше. Сколько здесь стоит квартира? Ну, с ремонтом. Как вам ремонт? Хорошо. Вот если бы пятиэтажки старенькие вот так все сделали, и хорошо, и красиво. Каминчика есть. Сейчас попытаюсь найти, сколько здесь стоит квартира. Все, ребятушки, хорошего дня, хорошего настроения. Держитесь, вы умнички. Не унывайте. Надеемся, как всегда, на лучшее. Сейчас осенью как-то все там тише. Все так вот, смотрите, вообще нет людей. Все, кто на работе, кто... В школе. Студенты учатся, детки учатся. Видимо, здесь школа, потому что такая площадка, и вот видно здание. Кругами с вами тут походили. Меня заинтересовал сначала дом просто тот. Теперь смотрю аккуратно здесь вокруг все. Мне нравится, что все в плиточке. И вот такая огромная площадка. Школьная, наверное. Все в плитке. Листья у нас. Листья желтые. Вот идет вся желтая.
Если найду, ребят, напишу, сколько в этих домах стоит квартира. Напишу. Покажу, сколько в этих домах стоит квартира. Сколько снять, сколько купить. Внутригородское муниципальное образование. Площадка детская оборудована. Просто детская площадка. Симпатичная, современная. Приятно смотреть. Какие-то ракеты впереди. Ну, свежо у нас, ребят, по погоде свежо. Шапочку можно надевать уже, тоненькую. Я пока еще нет, но вообще некоторые уже переоделись теплее. Можно уже. Свежий воздух. Где-то ветерок немножко. Кстати, нет, сегодня ветра, видите, такого сильного нет, как в прошлое видео мы с вами гуляли. Ой, какие красивые деревья. Я когда еду мимо вот таких ярких, красных, бордовых, желтых деревьев, мне хочется вам тоже показать. Все, ребят, встретимся в следующем видео.